В Уральске в следующем году сдадут еще 500 квартир для семей, стоящих в очереди на социальное жилье. Квартиры арендные, с дальнейшим правом приватизации. Строители уже приступили к закладке бетонных фундаментов. Полностью дома будут готовы к следующей осенью. 5 пятиэтажек возводятся в микрорайоне Зачаганск. В каждом доме по 100 квартир. Финансируется строительство за счет средств из нацфонда. По расчетам проектировщиков, чтобы не допустить просадки грунта, под фундамент здания закладываются бетонные основания. Запроектирована бетонная плита под фундаменты, сплошная. Не как раньше было фундаментные подушки, а сейчас полностью монолитная плита под весь дом. А потом уже идет фундаменты и кирпичная кладка. Полностью дома кирпичные. Квартиры в домах получат очередники, ожидающие квадратных метров от государства. Сейчас в социальной очереди свыше 14 тысяч семей. В Западно-Казахстанской области, в том числе в городе Уральске, реализуется строительство жилья, доступного жилья для населения, для снятия людей с очереди. В данный момент реализуется проект. Комплекс проектов пятиэтажных домов на 500 квартир, которые рассчитаны. Из них 300 квартир однокомнатных, 120 квартир двухкомнатных и 80 квартир трехкомнатных. За последние 5 лет в городе построено 25 новых многоэтажных домов. Ко всем из них подведены межквартальные дороги. Обустроены дворовые территории. С начала этого года сдано в эксплуатацию 15 тысяч квадратных метров жилья. До Нового года новоселам вручат ключи от квартир еще в 3 многоэтажках. Утагос Базарбаева, Балачат Газов, Канат Махмутов, Уральск, 24 КИЗ.